Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. К слову говоря, благодаря мне в том подземелье монстров должно было поубавиться. Благодаря мне? А ну-ка топай за мной. Выкладывай. Ну, короче, вот. Та печать, которую я начертила в комнате Лича, это реально крутая штука. Да ну. Даже сейчас она должна отгонять всю нежить, чтобы попытаться туда приблизиться. Что ты сейчас сказала? Что за вопросы? Ты же все слышал. Магическая печать, которую я начертила, отгоняет монстров оттуда и... Чертов титановый якорь! У тебя что, какая-то привычка усложнять жизнь своим товарищам, или это синдром? Чего? Эй, что за? В чем дело? Он просто хочет внимания? Эта маска до сих пор меня раздражает, но странно. В остальном она даже миленькая. Как сами видите, они хватаются за человека, а потом взрываются. Нетушки, хватит с меня подземелий. Если пойду туда, ты ведь меня снова бросишь. Подземелья страшные. Не хочу туда. Походу, идем лишь я и Даркнесс. Мы будем с Казума наедине? Ладно, еще монстры, но от Казума я чувствую куда больше опасности. Слышь, может тебя тоже там бросить, чтоб ты пережила то же самое, что и Аква. Ой, снимите с меня эту п***ень! Нет, не приближайтесь! Архидемон, который жаждет конца света. А зовут меня Ванилька. Ну и ну, и это говорит мне тот, кто был настолько рад возвращению девушки в доспехах, что всю ночь занимался странными упражнениями со своей промежностью. Слышь, а ну молчи! Не говори это так, будто все видел! А ты кончай на меня так пыриться! И вот, они уже открывают его, изнутри исходит сияющий свет, но... Внутри лежит бумажка с надписью «Лузеры». А в это время я, испаряясь, смотрю на их опущенные рожи. Вот как я хочу умереть! Сейчас она сидит снаружи и гоняет чаи! Вот стерва! А ты, женщина, проиграла спор этому мужчине! Он обещал вытворить с тобой невероятную жесть, и ты ждешь этого дрожа от нетерпения! Ничего я не жду и вовсе не дрожу от нетерпения! Не говори всякие глупости! Прекрати! А ты в последние дни только и думаешь о том, какое извращение с ней лучше вытворить! Ни о чем таком я не думал! Это правда! Слушай меня, девушка, у которой одни извращения в голове! Если уйдешь сейчас, то сможешь в полной мере насладиться той жестью, которую придумал для тебя тот молодой человек! Не слушай его, он тебе лапшу на уши вешает, чтоб ты не помешала ему! Я по-твоему, совсем тупая? И сам-то нашел время о разврате думать! Тогда почему бы вам не уединиться в той комнате с магической печатью перед тем, как идти домой? Эй, Казума, не слушай его! Мы же под одной крышей живем! Что будет дальше, если наши отношения в такую стадию перейдут? Соберись! Да, у нее сочные формы и фигура, что надо, но это же наша Даркнесс. Так что соберись, глупый я. Как вернемся, я тебе это еще припомню. Я ни за что не проиграю какой-то боли. Твоя воля достойна похвалы, но от дальнейшего сопротивления ты можешь сойти с ума. Слышь, ты что, правда от этого кайфуешь? Ладно, Даркнесс, найдем Акву и валим отсюда. Что? Ни шагу дальше, парнишка. Казума, брось меня и уходи. Не надейся, что я позволю тебе. О, боже, всегда мечтала сказать это. Эта девушка тебе не безразлична, и ты не хочешь, чтобы она пострадала, верно? Но если она продолжит сопротивляться... Казума, этот демон, читающий наши мысли, сейчас сказал кое-что любопытное. Как же ты, блядь, достала! От этого тела одни проблемы. Эй, грубо называть чужие тела проблемными. Все, с меня хватит, я сваливаю. Это вряд ли. Что это за талисман? Постой, Казума, это же... Талисман, который дала мне Сена. А теперь я выведу тебя наружу и изгоню эту дрянь. Чего? Парнишка, из-за того, что эта девушка сопротивляется, ее тело испытывает невероятную боль. Таким темпом она скоро лишится рассудка. Ты слышал его, Казума? Такой жести я еще не испытывала. Меньшего и не ожидала от генерала армии Владыки Тьмы. Я уже хочу отдаться ему. Держись, как доберемся до поверхности, я сниму его с тебя. Да меня все устраивает. Что ты сейчас сказала? Буга-га-га-га, сейчас я покажу этому жрецу того, чего она точно не ожидает. Сильно вы будете плакать, когда я изрублю вашего жреца в фарш. Божественное изгнание зла. Эй, дура, не шмаляй магией ни с того ни с сего. Просто я почувствовала злую ауру, вот и приготовилась. Даркнесс сейчас одержима одним из генералов Владыки Тьмы. Генералом Владыки Тьмы?
воняло. Без сомнения, эта вонь идет от дерьма демона. Дартнес, тебе бы помыться. Бу-га-га-га-га-га. Думаю, сперва мне стоит представиться, раз уж передо мной жрица, которая носит имя самой ненавистной богини воды. Меня? Аква, этот запах точно идет не от меня. Зовут Вани... Казума, понюхай меня. Пахнет точно не от меня. Да заткнись ты! Ты слышал о военном этикете? Ну и дела. Демон взял и о правилах заговорил. А сам просто паразит, который чужие мысли против людей использует. Сейчас я чувствую, что не проиграю никому. Если ты думаешь, что у тебя получится снять этот талисман, тогда давай посмотрим, кто из нас сильней. Да ты с***ла, харе продолжать мои слова. Прости,